Так, нет, так, нет, не с той стороны не было. Итак, поворот задержки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И тут две руки хэндехох, восемь. Правая рука у нас коробочка, как да, мы учили. Левая у нас на сопротивлении. Лодочка у девочки и партнера пальцы в лодочке. Девочки, пальчики собраны. Девочки, мальчики, все корпусы, все спереди, да? Отсюда мы начинаем поворот. Две руки идут одновременно. Правая рука идет по внутреннему радиусу и опускается вниз до уровня плеча партнерши. Левая рука идет по верхнему радиусу, сопровождает. Основная ведущая в данном случае правая рука партнера, потому что она в коробочке. Раз, два, три, четыре. В конце у нас подставка здесь под локоть. Мы не лезем туда дальше. Как бы приятно это ни было, вот здесь оставляем. Левая рука остается в контакте, но, партнерши, у вас все расслаблено, но ни в коем случае не расслаблено до такой степени, что у партнера после этого движения уже плечо отваливается, да, чтобы вы двумя руками повисли на него. Нет, у вас есть тонус, но есть контакт. Отсюда мы начинаем вести партнершу, мы даем импульс правой рукой, подчеркиваю, левая сопровождает. Это просто она повторяет тот радиус, который был. Правая рука дает импульс. И у нас рука сползает на плечо партнерши. 5, сползает. 6, 7, 5. Здесь у нас два контакта. Первый контакт это плечо вот здесь. Второе плечо, левое плечо партнерши в районе локтя, да, партнера. И правое плечо партнерши, ладошка. Дальше у нас, когда мы раскручиваем партнершу, у нас идет, мы отпускаем левую руку и даем импульс разгибанием своего локтя. Раз, два, три, четыре. Рука по спирали уходит вниз. Если вы вниз руку не опустите, будет очень неудобно. То есть вам будет неудобно, я загораю. То есть куда-то в челюсть. А вот. Окей, хорошо, теперь чуть-чуть динамики смотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С другой стороны. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Еще немаловажный момент, я это забыл сказать, потому что с той стороны не было видно. Когда вот здесь вы закручиваете, руку надо опустить вниз, да? Еще раз. Вот, когда отсюда идет поворот, по спирали и вниз мы закрутили партнершу. И отсюда готов. Ребят, следующее видео.